Регину Тодоренко уже несколько месяцев подозревают во второй беременности. Звезда появляется на мероприятиях в просторных нарядах, которые не сковывают движения, а во время отдыха в Мексике, если и делала фото в купальнике, то чаще всего прикрывала живот. Интересно, что сама телеведущая предпочитает не реагировать на слухи, а подогревать их. Сейчас Регина снимается в шоу «Маска», где для каждого выпуска подбирает яркий образ. Для нового эпизода Тодоренко надела белое атласное платье в пол и черный корсет, который не сделал талию Регины визуально меньше, а наоборот, подчеркнул ее формы. Супруга Влада Топалова предложила пользователям угадать, в образе какой знатной женщины она появится в телешоу на этот раз. Напомним, что Тодоренко и певец Влад Топалов уже воспитывают трехлетнего сына Михаила, который родился в декабре 2018 года. По словам телеведущей, она хотела оригинально преподнести новость о первой беременности супругу, поэтому положила тест в баночку из-под красной икры с намеком на то, что рыба наметала икру.